освежить знания правил дорожного движения и стать более внимательным пешеходом. В лагерь «Арго» Дарья Галыгина приехала впервые. Попала на тематическую смену «Веселая зебра», которая посвящена изучению правил дорожного движения и безопасного поведения на дороге. Мне тут очень понравилось. Мы участвовали в разных мероприятиях, готовясь к вечерним мероприятиям, участвовали в автоквизе. Мне кажется, в следующем году приеду на 2-3 смены. Мне тут очень понравилось. Одним из заключительных событий смены стал визит сотрудников госавтоинспекции в рамках всероссийской акции «Безопасность детства». В преддверии начала учебного года они напомнили ребятам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Особое внимание уделили рассказу о средствах индивидуальной мобильности. Акция «Безопасность детства» направлена на профилактику детского травматизма и предотвращение чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними. Рассказывал понятным языком для детей, что в первую очередь нельзя делать, да, на что стоит обратить внимание, ну и вообще, как себя правильно вести на проезжей части, на улицах нашего города, чтобы ни в коем случае дети не попали в дорожно-транспортные происшествия. Так как мы живем в большом мегаполисе, самое главное – это соблюдать безопасность и правила дорожного движения. Безопасность же превыше всего, правильно, поэтому в первую очередь безопасность. Профильную смену уже в 7-й раз организовали сотрудники Центра дополнительного образования «Искра». На базе центра располагаются лаборатория ПДД и автогородок, где на протяжении всего учебного года проходят образовательные мероприятия для ребят. Полина Чулюкова, Григорий Плешаков. События.